Рада всех приветствовать на канале Верушка и ее большая семья. Сегодня мои девочки собрали сливу. Собрали ее в лесу. Слива классная. Мой папа называл ее венгеркой. И вот из этой сливы мы сварим сегодня вкуснейшее варенье. Слива в шоколаде. Для этого варенья, помимо сливы, я возьму сахар с пектином из расчета 1 кг сахара на килограмм сливы, уже без косточек. Темный какао из расчета 1 столовая ложка на килограмм сливы. И ванилин также из расчета 1 пакетик на 1 кг фруктов. Итак, сливу я освободила от косточек и взвесила. Буду работать с 2 кг чистого веса. На дно большой толстостенной кастрюли я выливаю стакан воды. Не то чтобы вода входила в рецептуру варенья, но так я могу быть уверена, что у меня ничего не пригорит, пока слива пустит сок, а сахар растает. Теперь сюда же отправляю сливу и засыпаю ее 2 кг сахара. Сюда же отправляю какао и ванилин, после чего кастрюлю можно ставить на средний огонь. Вот так вот варенье потихонечку начинает закипать, а я его потихонечку размешиваю. Потихонечку, чтобы не повредить фрукты. Итак, варенье закипело. Я продолжаю варить его на медленном огне совсем недолго, минут 5, после чего сразу отправляю в чистые банки. Баночки я не переворачиваю, а просто составляю рядышком. Укрываю полотенцем и оставляю на ночь, чтобы втянулись крышки. На следующий день баночки можно подписывать и убирать в закрома. Или не убирать, а открывать к чаю. А еще такие вот баночки с шоколадной вкуснятиной прекрасно подходят как небольшие презенты любителям сладкого. Буду рада, если вам понравилось это видео, а рецепт пригодится. Если так, ставьте лайки, пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами. Желаю всем удачных заготовок!